У Ленінскім суді Могильова почався судовий процес над громадянином Росії, який літось у листопаді здійснив розбойний напад на відділення банка і захопив заложників. Гэта другая спроба почати процес. Нагадаем, перше посяджение по справі було у червні, але за стану здоров'я тоді обвинувачений не змог присутнічати у залі суда. До зали суда обвинувачений іде на милицях у сопровождении конвоя. А как вы себя чувствуете? Плохо я себя чувствую. Ну что значит плохо? Вылез, значит, мне не до конца оказывают медицинской помощи. Мне нога, короче, правая. Но врачи говорят, и так сойдет. Нога пострадала от чего? От пули? От пулевого ранения. Одно? Вообще две. У самым початку слухания у суд подали ходайництво. Трое потерпелых попросили долучить до материалов справы иски на компенсацию моральной шкоды, кожны на 5000 рублей. Обвинуваченный, у свою чергу, заявил, что не может удельничать у судовом процессе и просить знов откласти слухание по справе. Але и прокурор, и потерпелые потребовали почать процесс, бо згодно медицинской довідки удельничать у суде обвинуваченный может. А вы жалеете о том, что сделали? К делу не относится. Судья принял решение судовый процесс начать. Обвинувачивают гражданин России по двух артикулах криминального кодекса – разбой и захоп заложников. Нагадаем, у листопаде минулого года он вошел у отделение банка по улице Калиновского у Могилеве, погрожал пистолетом и потребовал гроши. При этом он взял заложников. Кассир поспел натиснуть тревожную кнопку. На место здарения приехали милиционеры. Далее было вызволение людей и затримание злоумышленника. Спецоперация отримала высокую отзнаку керовника державы. Наталья Ильинич, Виталий Алексеенко, новини региона.